Дороги Чебоксара-Новочебоксарска закрылись для тяжеловесов. Таким образом, чиновники пытаются предотвратить или компенсировать разрушение дорог в весеннее время. До 18 апреля в столице Чувашии пропускать большегрузные машины будут только по специальным пропускам. В Чебоксарах вводятся временные ограничения на передвижение грузовых машин массой свыше 5 тонн. Всего в столице установлены 5 постов весового контроля. На выездах из города получить пропуска можно в управлении ЖКХ и благоустройства столицы. Транспортные средства, превышающие данные параметры, должны возместить негативное воздействие, оказываемое при движении, значит, приобрести пропуска. Пропуска бывают постоянные на весь период действия паводка и на весь период действия ограничений, и разовые на один день. Стоимость пропуска разового от 500 рублей до 11 тысяч, в зависимости